Невероятно сложное упражнение. Видели, какие шикарные повороты демонстрировала гимнастка, как она работала с предметом. Выполнялась композиция под музыку Андрея Петрова из кинофильма «Укрощение огня». Остается только догадываться, насколько изнурительным был период подготовки этого упражнения. Потрясающе красивый костюм и образ дополняет. Невероятно красивый. Вера Шаталина, непосредственный тренер гимнасток Дины и Арины Аверины. Конечно, под руководством и с помощью Ирины Александровны Зины Русмановой. Но я думаю, что нельзя не упомянуть и первого тренера этих гимнасток. Белова Лариса в Заволжье, в Нижнем Новгороде тренировала этих гимнасток и создавала базу, школу, на которой потом вот выросли такие мастерицы. Итак, 17,8 обошла свою сестру Арина Аверина. Поздравляем Веру Шаталину.